Партия «Единая Россия» была основана 19 лет назад. 1 декабря десятки тысяч активистов волонтерских центров партии провели, как любой другой день, помогая тем, кто в этом нуждается. Движение взаимопомощи активно развивается. Одно из наиболее востребованных направлений – автоволонтерство. Личный транспорт используется для доставки на работу врачей или для развоза продуктовых наборов. Молодогвардейцы ведут мониторинг соблюдения масочного режима в общественных местах и проводят санитарный ликбез. Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества. Ежедневно доставляются продукты и лекарства жителям, оказывается разносторонняя помощь медикам и больницам. Напомним, в Одинцовском округе также работает волонтерский центр. Чтобы оставить заявку, нужно просто позвонить по телефону.